Ну что, приступим? Очень рад приветствовать петербуржцев в нашем любимом книжном магазине «Буквоед». «Буквоед» занимает все-таки большое место в книжном мире в нашем городе. Я говорю в нашем, потому что издательство «Метраков» — это петербургское издательство. Но в последнее время нам часто приходится, нам с женой вдвоем, мы занимаемся этим делом, путешествовать по разным городам, весим, выставкам и так далее. Последние вот 5 лет самым активным образом приходится много кататься. И я мало нахожусь в Петербурге, все больше в Москве, в Подмосковье вот, и в других вопросах. Меня зовут Пташкин Дмитрий. Я, как многие читатели, в 2009 году познакомился с книгами Николая Левашова. Очень меня это все заинтересовало. Мне захотелось познакомиться лично. Я приехал в Москву на встречу с читателями. И, в общем-то, так все завертелось, закрутилось. И надо сказать, что Николай Викторович Левашов – это уникальный человек. Это от природы очень одаренный человек прежде всего. И важно сказать, что это выдающийся общественный деятель, выдающийся русский ученый, выдающийся писатель, поэт, художник, непревзойденный целитель, потому что вот у Николая Викторовича, благодаря его познаниям природы, появились очень серьезные возможности воздействия там, на живую и неживую природу. И многие-многие годы Николай Викторович Левашов занимался целительством вот, и очень многим людям помог, особенно вот своими методами. И вы знаете, на сайте Николая Левашова до сих пор можно скачивать бесплатно вот оздоровительные сеансы. Уверяю вас, я сам лично вот, владелец таких вот дисков персональных, да, и очень много чего осознал. Сразу скажу, все оздоровительные сеансы на сайте Левашова очень помогают многим. У меня были примеры, когда действительно люди болели и серьезно, и многие годы, и там через 2-3 года вот, просматриваете оздоровительные сеансы, удалось поправить здоровье. Также хочу еще для разогрева, пока люди подтягиваются, мы там настраиваемся, рассказать, что сейчас как бы центр находится в Москве и Подмосковье нашего издательства «Метраков». Книги можно в основном заказать по почте. В Петербурге можно вот приобрести в «Буквоеде» или еще там на сайте указано, да, в одном месте. По большому счету и все. Ну, там, естественно, на Крупской, да, я, правда, не знаю, сейчас там сделали метро или не сделали. Ремонт сделали, уже открыли, да? А, ну, замечательно. Ну, соответственно, там. Ну, там, правда, не во всех местах по низким ценам. Есть цены, которые, в общем-то, кусаются. Вот, ну, есть люди, я обычно, когда в Петербург приезжаю, сразу же поставляю. Вот. Сегодня у нас презентация книги «Сущность и разум». В этой книге первый, второй том содержится полностью, потому что в свое время, когда вот я знакомился, книги были вот на пружинках, сам издате в свое время, и читали вот после вот принтера с перебойными вот этим подачем чернил и так далее, и так далее. В свое время в Москве на встречах с читателями Николая Викторовича 1800 рублей можно было приобрести первый том, 1800 рублей второй том, то есть, ну, это было качество такое. Сейчас на прекрасной бумаге первый, второй том и стоит вот цена «Буквоеда» 788 рублей, но через интернет-магазин, я вот смотрел на сайте и в анонсе вот этой презентации, цена там 707 рублей. То есть, вот, ну, благодаря нашим стараниям и вот нашим сотрудничеством с магазином «Буквоед» удалось все-таки такую серьезную книгу на мелованной бумаге по достаточно низкой цене предлагать. Ну и мы стремимся, чтобы цены на книги Николая Викторовича Левашова были там, как можно ниже. Это, в общем-то, наша задача. Почему? Потому что Николай Викторович Левашов в свое время, когда нам давал права на безвозмездной основе, вот сейчас мы являемся обладателями исключительных прав, мама Николая Викторовича нам их предоставила. Вот, и с уважением относится к нашей деятельности. Вот, поэтому
мы как раньше трудились, так и трудимся. Ну вот, кто знает то, что вот месяц назад у нас, да, в феврале, чуть больше месяца назад была здесь же презентация книги «Последнее обращение к человечеству». И вот сама книга, уже мы стали переиздавать, наши тиражи кончаются, уже в твердом переплете. Вот эта книга издана еще в 2012 году. Мы ее впервые представили там в Москве на выставке на ВДНХ в сентябре 2012 года. Вот. А подписана она, печать еще даже была летом. Вот. И Николай Викторович, естественно, в курсе был о том, что мы готовим, ну, предлагал, отдавал нам материалы и так далее, иллюстрации и прочее, прочее. Вот. Поэтому эта книга была издана давно, тиражом 10 тысяч экземпляров по этому принту мы их печатали, и качество очень хорошее. Бумага там вообще самая-самая лучшая. Вот люди подтягиваются. Проходите поближе, садитесь. Мы только-только приступаем к глубинным исследованиям. Очень важно все-таки, вот новичкам особенно хочется подчеркнуть, я сам читающий человек, люблю приобретать книги, и также посещаю различные мероприятия, презентации и прочее, прочее. По опыту знаю, что множество книг приобретаешь, полистаешь, кладешь на полочку, и потом руки не доходят месяц, два, там, а то и год, и больше. Да? Я вас очень прошу, найдите время, в ближайшее же время прочтите эти книги. Потому что книги Николая Левашова обязательно нужно читать, возвращаться к перечтению там, некоторых глав и так далее. Хотя бы там по одной главе в неделю. Я понимаю, что у многих нет много времени на чтение и так далее. Но книги Левашова, Николая Викторовича, это уникальные книги. Они содержат прежде всего знания. Мы об этом сегодня поговорим поглубже и коснемся. И я изначально хочу вот акцент поставить, прошу, не откладывайте в долгий ящик. У Николая Викторовича примерно 7 книг основных и еще множество статей, там вот «Источник жизни» и так далее, и так далее. Все они содержат знания, все они прекрасные. Но прежде всего, помимо вот книг, которые содержат именно миропонимание и законы природы, это вот «Последнее обращение к человечеству», «Сущности разум», «Неоднородная вселенная», у него еще есть замечательная книга «Автобиография», «Зеркало моей души», там первый и второй том. Мое мнение, я сам так в свое время начинал читать, и вам также рекомендую прочесть сначала первый том «Зеркало моей души», ознакомиться, кто такой Николай Викторович, как он пришел к этим знаниям. Проходите, пожалуйста, поближе можете садиться. Как он пришел к этим знаниям, как он смог развиться, как он смог достигнуть колоссальных таких высот в своем, очень рад вас видеть, в своем развитии. Я повторюсь для тех, кто только что подошел, я очень рад, что люди подтягиваются. Как я только что сказал, что во всем торговом центре у людей меньше, чем вот у нас. Вот, это радует, это радует. Вообще последние несколько месяцев что-то много стало таких положительных моментов наблюдаться, тенденции. Вот, и это прям по-настоящему. Вот, и давайте я еще также всем покажу, да, вот Николай Викторович вот в автобиографии описывал моменты, да, первую книгу он написал в Сан-Франциско в далеком конец 1993-го, начало 1994 года и издал ее. И все свои книги, первые экземпляры, он делал своими собственными руками, он сам создавал все иллюстрации для этих книг, он сам занимался версткой. И сам клеил. Единственное, что брошюровка другая. Я вам привез показать один из экземпляров, который он делал своими руками. Это в 99 году, первый том «Сущности разума». К сожалению, на русском языке здесь не было. Это книга на английском языке, в суперобложке. И точно так же это мне подарил, точнее, дал для презентации родной брат Владимир Викторович Левашов. Я по дороге сюда, он живет в Подмосковье, как раз из Москвы в Питер, по дороге к нему очень удобно заехать. Вот. И, соответственно, вот один из тех экземпляров, который своими руками, вот он, Николай Викторович, подарил родному брату «Сущности разума» Сан-Франциско, 1999 год, Николай Левашов. Вот. Ну вот, на английском языке, но есть такие же экземпляры и на русском. Вот. Естественно, огромное количество труда своего Николай Викторович
создание иллюстраций, вот формулировку и так далее, и так далее. И я вот могу сказать, что я месяц примерно готовился к презентациям и внимательно прочел книгу, многие главы по несколько раз. Ну вот потрясающие книги, вот великолепнейшие, потому что, может быть, вот этот так называемый, ну, утро Сварога наступившее, да, и ночь Сварога была, да, а сейчас утро, влияет и так далее, но почему-то лично, может быть, уже в 8-й год чтения подобных, ну, этих книг, ну, очень интересные, и глубина потрясающая. Вот, поэтому, повторюсь, рекомендую начать все-таки с «Зеркала моей души». Здесь вот первый том, правда, неполная версия, продается и стоит относительно недорого, даже для цен буквоеда. Многие книги у нас укомплектованы дисками для прослушивания, то есть можно, если мало времени, там, находить там, в машине, слушать там, в пробках, или дома в наушниках, или так, за приготовлением и так далее. Вот, поэтому... Почему мы так вот настоятельно всем рекомендуем именно читать книги для чтения и так далее? Потому что мы с вами живем, ну, непростое, необычное время. Так называемое время перемен. Вы знаете, да, у китайцев даже есть проклятие, чтобы ты жил в эпоху перемен, да, и так далее. Чем это время необычное? Давайте начнем от печки. Дело в том, что несмотря на официальную точку зрения нашей истории, история нашей страны, России, Русь, там, Тартария, да, и так далее, сотни тысяч лет. Сотни тысяч лет, можно сказать, только вот новой эры. И, естественно, жизнь на нашей планете была давным-давно, и она проходила определенные этапы. Не будем вдаваться в более глубокие вещи, да, вот там в книгах можно почерпнуть, у нас сегодня немножечко узкая такая часть, да. Наша планета в какой-то степени уникальна, и на ней проводится некий эксперимент такой. И результат еще неизвестен, как говорится, еще не вечер. Но проходят различные эпохи. Вообще, надо сказать, что в большом космосе, наверняка для присутствующих здесь, не секрет, то, что существует множество цивилизаций, и жизнь зарождается автоматически при определенных подходящих условиях на разных планетах. И, соответственно, те цивилизации, которые сформировались на разных планетах, они проходят свои собственные этапы. И существует два этапа, такой, так называемый младенческий и космический. Да? Младенческий – это когда идет формирование социального организма и индивидуальности, там, на нашей планете человечества. Проходят стадии и определенные эпохи для того, чтобы, ну, развиться и выйти на определенный качественный уровень. Давным-давно на нашей планете проходила так называемая эпоха Козерога. Эта эпоха, она помогает человеку теми космическими потоками, которые пронизывают вообще все пространство, всю Вселенную, сформировать тела сущности, который вот Николай Викторович назвал эфирным. То есть эра Козерога помогает сформировать на нашей планете человечеству эфирные тела. Эфирные тела собой представляют качество, как вот воля человека, да, там, инстинкты, то есть приспособление к жизни и так далее и тому подобное. Затем, после эры Козерога, проходила так называемая эра рыб, эра дьявола. Эта эра уже закончилась, вот как называемая ночь Сварога, да, вот с окончанием ночи Сварога закончилась эта эра. Эта эра помогала развить так называемое астральное тело сущности, эмоции человека, которые позволяют сформировать потоки, вот кто знает, каждая клетка нашего организма имеет проекцию, соответственно, я подготовил несколько иллюстраций, буду время от времени отвлекаться и рассказывать, да, каждая клеточка нашего организма приблизительно имеет проекцию на определенных планах, да, и вот первое, так называемое, это наше материальное тело,
и каждая клеточка имеет проекцию, да. Первое материальное тело – это тело. Второе материальное тело – это эфирное тело, как я сказал уже, воля человека. Третье материальное тело – это астральное тело, это приблизительно эмоции человека. И четвертое материальное тело – это интеллект, это духовность, это мышление, это развитие. Николай Викторович Левашов получил образование в Харьковском университете, так скажем, элита из университетов, и получил фундаментальное образование на кафедре теоретической радиофизики. И познания науки, физики у него были весьма и весьма высокие. И развиваясь как ученый, получая образование, он пришел к выводу, что сегодня наука признана не открывать новые законы природы, а наоборот сдерживать развитие человечества. То есть, по сути, наука превратилась в такой же аппарат, как и чиновничество, задача которого, как один из институтов управления, сдерживать развитие. Многим сейчас уже, благодаря вот интернету, известно, да, что электричество можно вырабатывать там, как бы из пространства. Да? Масса таких приборов, которые можно дома у себя там, на даче где-нибудь в тайге, в глуши поставить и вырабатывать электричество, жить независимо своей жизнью, и будет там на освещение, на стиральную машину и так далее и тому подобное. Вот. И, соответственно, наука сдерживает развитие. Понятные причины там могут быть многие, да, это так проще управлять людьми, или там экономические какие-то моменты и так далее, да. Но очень важно понимать, что мы сейчас на пороге новой эры, как я вот только что сказал, да, эры, это называется Водолея, и самое начало вот этой эры дает мощный толчок, импульс интеллектуальному развитию человечества, духовным каким-то подвижкам. И вот именно самое начало эры Водолея очень ключевой и ответственный момент для всей нашей цивилизации. Если человечество сможет осознать, принять, пробудиться, принять новые знания, то у человечества будет шанс выжить, перейти в новый этап и изменить свою жизнь уже к лучшему. На основах справедливости, знаний, правильного миропонимания и так далее. Но дело в том, что сегодня вся власть на нашей планете, и особенно в России, многим это наверняка понятно, захвачена, как Николай Викторович Левашов дал понятие, социальные паразиты. Это фактически система управления. И социальные паразиты очень не заинтересованы в том, чтобы власть перешла в руки тех людей, которые стремятся сформировать общество, человеческое общество, социальный организм по законам справедливости. Они, безусловно, очень хорошо отрегулировали механизмы, создали различные, в том числе, вот, как я сказал, наука, там, вы знаете, да, телевидение и так далее и тому подобное, да, все направлено для того, чтобы человечество затормаживало в своем эволюционном развитии. Если же вот окунуться вот в правильное миропонимание, которое содержится в книгах Николая Викторовича Левашова, да, вот я вот как раз начал говорить про клетки, да, давайте рассмотрим один очень интересный момент про фундамент личности. То есть мы все привыкли, что мы только вот тело, наше туловище, да, глазами мы ничего другого не видим, ну, соответственно, ничего и нет. На самом деле, если вот поизучать какую-то информацию там из религии, да, там, из эзотерики и так далее, да, оказывается, люди понимают, что есть там какой-то астрал, какой-то ментал, тонкий мир, так называемый, и так далее, да. Вот Левашов устранил все вот эти вот недомолвки и четко обозначил, что помимо материального тела, есть еще эфирное, астральное, ментальное тело. Как я только что начал уже говорить, да?
потоки воли, сердца и разума создают некий баланс человека. Человек, правильнее сказать, не только материальное тело, но еще и потоки тела, воли, сердца и разума. И вот это только фундамент личности. Постепенно, нарабатываясь вот от рождения до, допустим, у кого плюс-минус там, до 7-8 лет, у детишечек, да, нарабатывается именно вот качество воли человека, да, его активность там, физическая и так далее, и так далее. Вы знаете, вот в природе есть случаи, когда, вот история с Маугли, да, когда человеческого детеныша, ни родители, ни в социуме он вырастал, да, а вот, допустим, в дикой природе, и там скармливал то волчицы, там, то собаки, то еще что-то такое, да, это хороший пример, что если человек не наработает необходимые ему знания, не впитает из социума определенные навыки общения и так далее, он остается просто разумным животным. Вот. Поэтому, между прочим, если даже потом взять там, в возрасте 5 лет такого ребенка и начать воспитывать его, учить разговаривать, ходить и так далее, уже невозможно ничего сделать. Он как вот впитал изначально определенные вещи. Вот. По такому же механизму идет и формирование, поэтому человек – существо социальное, и вот совсем уходить, как говорится, вот в тайгу и так далее – это не очень хороший выход. Нужно обязательно в юном возрасте впитывать как можно больше знаний, естественно, от близких, там, из своего рода, из своей семьи и так далее, и так далее. Но это необходимо. Чем больше будет именно разносторонней информации подано человеку, тем лучше. Соответственно, в возрасте там, от 7, там, вы знаете, да, переходный возраст у подростков там, до 14, до 16, у кого как, там, мальчики, девочки, да, идет наработка именно астрального тела. Астральное тело формируется вот этими потоками, да, вот, которые сейчас там тождественны вот этой эре рыб, там, эре дьяволов. Почему вот в ту эру наблюдалось очень множество войн различных там, таких интриг, событий и так далее, и так далее. Все потоки, которые пронизывали всю нашу Вселенную, они как бы помогали формировать именно вот такое вот отношение в жизни. И в целом это такой этап, когда, если рассматривать как человечество в целом, через это нужно было пройти. И выживали, соответственно, вот, знаете, как племена, там, да, вожди самые сильные, они смогли сплачивать там определенное количество людей вокруг себя. Естественно, происходили какие-то там войны и так далее. Я говорю не только про Россию, а вообще на нашей планете множество различных, да. У наших предков как раз-таки было все хорошо, более-менее с миропониманием. И то, вы знаете, да, какие проблемы у нас фактически случились в нашей цивилизации. Дальше. Потоки воли, сердца и разума. И разум, соответственно, также он как бы чакра сердца, да, зеленая. Это формирование ментального, первого ментального тела отвечает за мышление, разум и так далее. Так вот, только при правильном формировании вот трех первых тел сущности получается только фундамент человека. Фундамент человека. Человек дальше сможет выходить на уровень там, творения, да? То есть второе ментальное тело – это уже уровень, когда человек получил вот баланс, так скажем, да, золотое сечение, хорошей волей обладает, эмоциональным равновесием, да, и уже правильными основами рассудительности и так далее, да, и он уже может там постигать различные там науки, там, искусство, заниматься своим развитием уже на более тонких планах. И вообще надо сказать, что наша планета и наша вся Вселенная, она состоит из 7 форм материи. Николай Викторович обозначил, что никакого сакрального число 7 не имеет смысла. Наша планета, так же как и вот тела сущности, я там потом еще покажу, да, состоит из 7 форм материи и 7 тел сущности. И вот наработка всех 7 тел сущности, это является, как вот, знаете, цыпленок вылупляется из яйца фактически, да, это только начало следующего там этапа космического. А вот младенческий этап, да, вот я сказал там, внутренний этап, да, это как раз наработка вот этих 7 тел сущности. И вот в эту эпоху, в которой мы сейчас приступаем, так скажем, жить, если мы примем знания, если мы выживем, и если сами себя не уничтожим, как вся наша цивилизация, вы знаете, да, сколько там сейчас уже
всяких атомных станций пытаются там взорвать там и так далее, да, столько историй с озоновым слоем, не будем вдаваться в подробности, да, у нас масса проблем. Ну, а в Питере так вообще, я слышал, уже на носу может случиться экологическая катастрофа с заражением там воды, ну, это отдельная история. Так вот, если человечество хотя бы начнет вектор выходить из вот паразитического образа жизни, да, в сторону эволюционного развития и общества справедливости, тогда у нашей цивилизации есть шанс. Мы в конце об этом немножко поговорим. Вот. А пока обозначим, что помимо вот нашего шарика, нашей планеты, правильнее сказать, вот как вот матрешка, знаете, да, вот здесь хороший пример приведен, и наши предки это все прекрасно знали, существуют сферы. И, соответственно, важный момент понимать, да, что когда наступает смерть человека, это все иллюстрации из наших книг, те, кто приобретут книги, это все внимательно посмотрят, сам Николай Викторович их все создавал, рисовал для многих книг, да. И вот получается, материальные, это где люди живут, животные, там растения и так далее, тому подобное. Но как только наступает момент смерти, в соответствии со своим эволюционным развитием, сущность человека сбрасывает, как вот рубашку, там, одежду, да, физическое тело и выходит на тот уровень, на который смогла она эволюционно развиться. Чтобы понятнее вот этот механизм был, я просто приведу пример насчет, вот, как я сказал, что эфирное тело – это воля, активность физическая и так далее, да, астральное – это эмоции. Так вот, все растения обладают только вот одним телом, эфирным. Астрального тела у растений не существует. И то они определенный уровень интеллекта имеют. Так вот, животные, хищники, там, да, много, в том числе и те, которые давно-давно вымерли, не только динозавры, на нашей планете формировалась биомасса давным-давно, и очень много видов развилось. Они, сбросив свои физические тела, никуда не исчезли. Они находятся вот на астральном плане, так называемый ад, это фактически вот это нижний уровень астральный. И получается, если человек в своей жизни много, так называемо, грешил или там вел себя подобно хищнику, он деградировал, опускался до вот этого состояния, там, ради наживы, допустим, да, там, убивал людей, там, воровал, там, ну, вел себя неподобающим, он таким образом разрушал свои ментальные структуры и оказывался тождественным уровнем хищника. И после смерти вот такие люди попадают вот на такие уровни. И вот многие одаренные от природы люди, вот лично я общался, там находят вот тех же там Ульяновых, Владимирах Ильичей, да, сейчас столетие как бы революции и так далее, и они там, ну, в пекле, как говорится, извиняюсь. На самом деле, правильное миропонимание – это, ну, великое богатство для всего социального организма, для всего человеческого общества. Ну, как Николай Викторович Левашов сказал, что социальные паразиты, которые стремятся вот наверх туда к власти, они не способны мыслить, они не способны дать себе оценку или еще что-то, все меньше. О, эти люди, здравствуйте. Помним таких читателей. Потом еще побеседуем. Народ все еще подтягивается, это приятно. Вот, поэтому нашим читателям я от всей души советую постигать знания не только теоретически, но и практически. То есть вести себя с человеческим достоинством, осознавать необходимость поведения человеческого, людского. И таким образом, опять же таки, нас всех рано или поздно ждет смерть, человек выходит на определенный уровень, так называемый ментальный план. И если посмотреть внимательно, то слоны, дельфины, вот у меня собака, ирландский сеттер, я считаю, он намного умнее многих людей, точно так же выходит на высокий уровень вот, нашей планеты. Опять же, подскажу вот такую картиночку, да? Очень важные механизмы, понимание этих механизмов очень важно и поможет продвинуться вот по этому познанию. Я лично сам уже 8-й год плотно этим занимаюсь, и самому все-таки вот интересно все это делать. Вот. Ну и, соответственно, обратный момент попадания
ну, момент зачатия, когда мама, папа, да, естественно, слияние сперматозоида с яйцеклеткой, происходит втягивание сущности с определенного этажа. И очень важный момент также обозначить, что человечество утратило вот эти знания, а тем не менее механизмы все работают. Колоссальное значение имеет такой фактор, как вот мужчина и женщина там испытывают ли чувства друг к другу, да, трезвые или отравленные там не только алкоголем, но еще и воздухом, водой там и так далее, так далее, да. Все качества вот записаны в одной из глав, и очень важно осознавать механизм. Вы знаете, да, о том, что у любящих людей, вот такое выражение, да, дети, как правило, очень красивые, талантливые, одаренные. О чем это говорит? Это говорит о том, что желанные дети, они приходят с высоких, тонких планов. А если, как правило, зачатие произошло в результате там непонятных отношений, то и сущность тягивается с очень низкого уровня. Как правило, это мучение получается, а не личность. Конечно, понятно, что всем хочется жить, но очень важно знать механизм. Чем больше люди будут знать, тем больше, тем здоровее будет наше общество человеческое, весь социальный организм. Еще хотелось бы обозначить некий момент. Вот примерно так выглядит наша галактика «Млечный путь». Это вот иллюстрация из книги «Неоднородная Вселенная». И надо осознавать, что наша Солнечная система и, соответственно, наша Мидгард-Земля находятся в одном из рукавов на отдалении. Почему происходит смена эпох? Галактики вращаются. И вы представляете, что, по сути, пространство – это, ну, колоссально огромное. Мы ночью смотрим, особенно вот на юге, в Крыму, там, да, небо звездное, и видно массу звезд. В Петербурге, в Ленинграде поменьше там звезд. Я это хорошо знаю, потому что с 91 года я живу, в общем-то, в Петербурге, только последние несколько лет редко здесь бываю. Так вот, если нам говорили раньше вот, в школе и так далее, да, что, ну, планета Земля вокруг Солнца вращается, и очень важно понимать, что и Солнце вместе со своей планетарной системой также вращается еще вокруг нашей галактики. А галактика, в свою очередь, входит еще в так называемый шестилучевик, и там тоже происходит свое движение. То есть надо сказать, что мы в космическом пространстве несемся с необычайной скоростью, с такой бешеной, что даже сложно себе представить в нашем воображении. Так вот, вот это вот темное вокруг там планет, галактик, звезд и так далее, это не пустота, это также форма материи. И вот наше космическое пространство состоит из семи форм материи. Как я вот только что сказал, да, наша планета приблизительно, правильнее было бы понимать, вот так. Соответственно, материальное тело, и это как бы вот наша планета, да, со всем живыми организмами. И дальше идет эфирное, астральное, ментальное, первое, второе, и третье, и четвертое ментальное тело. То есть, по сути, наша планета и весь живой мир правильно понимать вот так. И, естественно, проходите на презентацию, не стесняйтесь. Люди смотрят. Все спрашивают, ну что интересного в знаниях? И так, ну, все понятно, по РЕН-ТВ все показали, да? Ну, вот, ко мне недавно, что вам, Левашов вам что-то сообщил разве? Вон, РЕН-ТВ уже гораздо интереснее вещи рассказывает. Ну, правда, мы сейчас общались последние там, 2 недели, много приходилось, праздники же были и так далее. Чтобы перейти вот к очередной главе, расскажу, да, историю. РЕН-ТВ даже приглашали меня тут в передачу Анны Чапман. Мы там записывали небольшое интервью по, на тему близнецов, как раз вот имеет ли значение. Вот у политиков вот много близнецов бывает, там, не только однояйцевые там, да, близнецы, а совершенно разные люди и так далее. И у Николая Викторовича, между прочим, вот, в «Сущности разума» во втором томе очень хорошо этот механизм описан, как появляются люди похожие. Иногда даже бывают разных рас, там, чернокожие, да, и белокожие, а вот, так далее, да. Вот.
очень рекомендую приобрести книгу, ознакомиться, потому что вот понимание механизмов живой-неживой природы, оно позволяет осознанно жить, осознанно развиваться, и вот на многие такие вот удивительные моменты спокойно реагировать, потому что, ну, по сути, понимание законов природы дает необычайное вот качество жизни, осознанности. И ну, с утра до вечера, в каждом мгновении жизни живешь осознанно, это интересно очень, интересно, и общение, соответственно, интересно, и так далее, и так далее. Вот. Еще важно обозначить, на мой взгляд, то, что нас всех объединяет. Я тут тоже в Москве недавно общался с группой, ну там, так называемой в НОДИ, вот это, национальное освободительное движение и так далее, да. Ну и они там какие-то проводят вот пятерки, то есть пытаются формировать и так далее, кто-то видел, может быть, да. И они пишут, вот давайте напишите, что нас всех объединяет. Я, конечно, смотрел все так с юмором, но опять же таки, вышел, мне дали там 10 минут с третьей попытки, я им говорю, ребята, нас всех объединяет одно. Мы все хотим жить. Хотим жить свою жизнь и понимаем, что все хотят свою так же жить. Да? И по сути, от того, какое у нас будет понимание о законах природы, да, о мироустройстве, о наших перспективах, и не только вот в нашей жизни, но и что нас ждет, так скажем, да, после смерти и так далее, и так далее. Короче, от идеологии, если, да, русская национальная идея, и все вот сюда вот как бы оно подтягивается. И получается, если правильно рассуждать, по-взрослому, так скажем, да, основа всей нашей цивилизации и вообще, насколько вот мы смогли продвинуться, да, самое важное, это уровень нашего миропонимания. От того, какого уровня человечество, каким уровнем владеет миропонимание, и можно судить по всей нашей цивилизации. Нашему поколению, на мой взгляд, очень повезло, потому что мы современники Левашова Николая Викторовича, и нам повезло только потому, что этот человек, я общался с его мамой, поверьте, это обыкновенная русская женщина, донская казачка, моя почти землячка там, недалеко от нас, да, и такая же гостеприимная, хотя ей уже время, ну, возраст под 80 и так далее, и так далее, и очень гостеприимная, и очень искренняя, открытая, и добродушная, да, то есть Николай Викторович обыкновенный русский человек, но просто очень усидчивый и очень дисциплинированный. И вот эти внутренние качества, ну и, соответственно, сущность у него такая, все-таки высокого уровня развития, надо сказать, да. И вот благодаря многим-многим таким качествам он смог с детства таким образом вот заглянуть за горизонт и, самое главное, найти ответы на все эти вопросы, что ему позволило это очень существенно продвинуться по пути эволюционного развития, очень существенно. Я вот недавно перечитывал тоже «Зеркало моей души», готовясь к этой презентации. Я вспоминаю, когда, вот помните, самый-самый, кто вот знает, да, первые его моменты, когда там фотоспышка у него там работала, не работала, да. И вот он в какой-то момент обратил внимание, я хочу, чтобы она работала. И она работала на фотоаппарате ФЭТ, да, это еще был там студентом первого курса. А потом, я хочу, чтобы она не работала. То есть какие-то качества у него были от природы, и они настолько были явно выражены, что они воздействовали на вот электронику. Ну, сегодня очень многие, да, там, дети, бывают мысленно пульт телевидения переключают и так далее, да, то есть сейчас очень масса, много людей, фактически, да, обладая такими паранормальными способностями, но очень много из них не идут вот в своем развитии дальше. А Николаю Викторовичу повезло в какой-то степени, и он смог заинтересоваться, что же происходит, да, и вот дальше у него стали происходить моменты, когда вот он начал исцелять людей, да, вот он начинает вот просто мыслить, думать, а что за проблема со здоровьем того или другого человека, да, я вот чувствую что-то там с печенью, или там еще, он изучил все это дело, да, и получается, что если вот становиться на этот путь развития, ну вот, допустим, в свое время на семинаре в Марковском, да, помните, рассказывал один из примеров, ну,
просто настраиваться ладошкой, да, и чувствовать, вот дерево живое, допустим, или мертвое, да, пенек, допустим, да, и научиться отличаться. Вот если продвигаться, лично я вот тренируюсь, иногда получается, вот уже даже с завязанными глазами. То есть, если настраиваться, и надо осознавать, что органы чувств у человека — это не только зрение, там, обоняние, слух, да, но еще и вот, ну, тонкочувствующие, так скажем, да, органы. И если их развивать, то можно, а вдруг осознать, что мы видим, как правило, мозгом, а не глазами, да, ну, я надеюсь, многим это известно, да, и оказывается, что мир совсем не такой, как мы видим, потому что, если вот, ну, все знаете, да, атомы, да, допустим, и вот ядра, и у ядра атомы летают, да, получается 99% пустоты, любое вещество, даже гранит, получается, да, и ведь мы же видим, как все это плотно глазами, а на самом деле это совсем не так в жизни выглядит, как есть. Если приборы, допустим, мы слышим, да, вот я сейчас разговариваю, говорю какие-то предложения, да, и по сути, если вот в полной тишине мы ничего ушами не слышим, то и звуков нет. А если задуматься, то спектр, который мы видим глазами, он вообще ничтожный. То есть там совершенно-совершенно ничтожный, да. А ведь даже в полной там темноте очень много и других излучений происходит. Мы их просто не видим и не слышим. Значит ли то, что если мы не видим, не слышим, ничего не существует? Вовсе нет. То есть мир настолько огромен, многогранен, и параллельно с нами существует еще так же много живых существ, если у нас материальное тело вот в этом, так скажем, да, плане, да, вот, на нашей планете материальном, то материальные тела бывают на эфирном плане других существ, и они также живут, как мы, но только немножко другой жизнью. И получается, мир он настолько огромен, многогранен, и он взаимодействует, и вот это все находится вот одновременно в каком-то большом пространстве. А если еще учитывать, что как такового времени не существует, как Николай Викторович приводил пример вот в автобиографии, что почему есть возможность там пророкам заглядывать, да, вот, за горизонт, видеть будущее, там, предсказывать и так далее, и так далее. А потому что прошлое, настоящее и будущее, оно по сути находится в одном пространстве и здесь и сейчас. И меняясь, допустим, вот сейчас, мы влияем на будущее и на прошлое, соответственно, да, и во всем идет связь. И именно поэтому для всего нашего человеческого общества, для нашего социального организма очень важно понимать, что правдивое, реальное прошлое нашей всей цивилизации имеет огромное значение для нашего будущего. Если наше поколение вот сегодня сможет, тут, на мой взгляд, важно сплотиться вокруг вот именно миропонимания, не к тому, что вот нам нужно в какую-то срочную организацию какую-то, да, вступить. Вовсе я лично против каких-то организаций, я уже побывал, хватит. Просто если каждый из нас выйдет на путь разумного человека и начнет на своем месте как бы вот не подчиняться той системе, а жить вот уже по законам, по разумным и по справедливости, и со своим человеческим достоинством, и каждый из нас будет внутренне пробуждать свою активность, волю, да, там, рассудительность и так далее, то это в какой-то степени единственный шаг для того, чтобы вся наша цивилизация потихонечку пробуждалась. То, что сейчас происходит на Украине, может быть, кто-то вот из присутствующих здесь, да, помните, лет 5 назад я когда приезжал из выставок книжных в Киеве, я там ездил в Донецк, там много где, в разных городах, и я удивлялся, надо же, вот на выставке подходишь к каким-то там стендам, которые вот из Киева, к примеру, я говорю, вот у нас книги есть тогда, ну сейчас экстремистские, да, вот «Россия в криозеркалах», да, вот тогда они были доступны. И я вот рассказываю, знаете, вот нашу историю подменили, вот интересную литературу, там, книги Левашова. И они мне говорят, совершенно молодой человек, вот эти клятые москали и так далее, и так далее. И я улыбался, думал, ну, что-то такого, да? А ведь то, что они укры, да, по сути, это же, ну, Николай Левашов говорил уры, да? То есть там чуть-чуть правды, но под другим соусом, и вот как бы направлено, что вот мы, оказывается, плохие, да? Уверяю вас, ничего веселого нет, потому что нам могут такую же пластинку поставить, но только под другим углом. И точно так же, ну, я уже вот свидетелем являюсь, как ну, на моей родине, я родился на Дону, формируется страна казакия, и вот если на Украине говорили
мова, да, у них украинский язык это мова, да, то есть, ну, все понятно. Вообще русские люди на русском языке разговаривающие и так далее, но вот за 25 лет как-то вот их переработали и превратили вот укров на мове, ну и так далее, да, то у казаков примерно те же самые попытки, у них гутор, то есть гутарить, вот слово, знаете, такие, да, это гутор, да, и так далее. И вот происходят такие вещи, и это уже столетия давным-давно закладывалось назад в то, чтобы вот потом страна казаки настроить, как бы вот мы москалям, императорам служили и так далее, а что мы получили, вот геноцид казачества в 18 году, что правда, и так далее, и так далее, да. И вот я говорю, почему очень важно всем нам внутренне формировать рассудительность, стержень, и осознавать, что такое эмоции, да? И вот если сейчас опять вернемся вот к этой схеме, вообще Николай Ильич здесь на этой иллюстрации рассматривал, как сделать хорошего раба, помимо вот эфирного, материального тела, физического тела, да, эфирная активность, как я повторюсь, да, и воля человека, эмоции астральные, да, и ментальное это мышление, так далее, да. Так вот, если сделать перекос небольшой в плане вот эмоционального развития, да, то есть получится физически активный волевой человек, рационально мыслящий, и теперь давайте посмотрим на вот наше там солнечное сплетение, да, так называемая желтая чакра, да, астральное тело. Сегодня мы видим, как я часто говорю, олимпиада, спорт, да, там, футбол, музыкальные различные развлекательные программы и так далее, причем качество самого-самого низкого. Дело в том, что когда, допустим, молодежи вот навязывает определенную музыку, особенно вот в юном возрасте, то с помощью вот определенных вот этих вот музыкальных композиций, я их даже не назову особо музыкой, они раскрывают некие шлюзы, и человек сам как бы вот деградирует немножко. Вот получается, вот если тело напитывается вот этими материями, потоками, да, вот клетка, допустим, вот на примере еще расскажу, чтобы было понимание, чтобы интереснее дальше было книги читать, да, то есть формируется, допустим, поток какая-то, цель, устремленность и так далее, и получается все тела как бы вот, как тросточка, знаете, у слепого, он сбрасывает, она выстроилась, натянулась, да, чуть-чуть, так насыщаются все тела сущности. Но когда попадает там музыка определенная, юмор, между прочим, определенный, да, там одесские шуточки и так далее, они как бы, получается, раскрывают шлюзы именно вот на эмоциональном уровне, на астральном. И получается, весь поток прерывается и разрушается. И опять же таки, это один из механизмов, опять же таки, музыка, там, юмористические всякие разные передачки, особенно когда показывают русских пьяницами и так далее, да. И большая часть людей не осознает на каком-то подсознательном уровне, это идет, вот это человеческое достоинство, оно разрушается, это разрушается. И поэтому понимание вот этих вот механизмов, что такое человек, да, особо вот испытывать различные эмоции не рекомендуется. Эмоции — это наша жизненная сила, и выплескивать во внешний мир вот такие вещи очень и очень пагубно и отразится на нашем здоровье. Поэтому очень важно осознавать ценность знаний, думающим людям сплачиваться, так скажем, в защиту правильного миропонимания и правильного знания. И надо понимать, что до тех пор, пока в нашем обществе будет доминировать вот это вот понимание механизмов, что вот успешный человек — это тот, который больше денег там не обязательно воровал, там, скажем, ну не важно, заработал, да, и так далее, да, а не тот, который там продвинулся по эволюционному пути, пока в обществе этот будет доминировать, то ситуация будет всегда, вот так скажем, плачевная. Вы помните, Николай Викторович приводил пример про вот эту легенду про дракона, китайская легенда, помните, да, убить дракона и так далее, да, когда вот дракон всегда торжествовал, и вот только маленький мальчик, который победил дракона, и вот когда он пришел, хранитель ему говорит, ну вот богатство, там все твое теперь и так далее. И когда он увидел реальное его богатство, да, и он стал меняться внутренне, да, то есть это хороший образ для того, чтобы показать, что
физически мы можем быть одинаковыми людьми, но внутренне человек может, он, может быть, совершил какие-то достижения и подвиг и так далее. Но когда вот подходит вот время испытания, да, его на богатство, так скажем, да, и так далее, да, то есть люди меняются, и мало кто способен выдержать вот этот уровень. Поэтому до тех пор, пока в нашем обществе вот этот культ золотого тельца, вот, все материальное и так далее будет доминировать, вот этот дракон, он будет всегда торжествовать. И это очень важный механизм, надо осознавать. Наступила эра Водолея. Те, кто вот взрослые люди, они понимают, да, помнят наверняка там 80-е годы, да, насколько другое общество было, даже и другая страна была. И даже там не только в Советском Союзе, да, где КГБ такая мощная система была, и за границей, и так далее, другие ценности были. И единицам удавалось действительно вот быть, так скажем, поводырем. Но вся система работала на уничтожение знаний. Вы знаете, что знающих людей сжигали на кострах, там, Святая Инквизиция, да, то есть страхи управляли людьми, там, запугивали и так далее. И развитие, в принципе, было невозможно. Сегодня же, по сути, единицы, вы видите, да, вот такой огромный многомиллионный город, как Петербург, да, здесь вот, ну, конечно, по сравнению, ну, праздники прошли, все понятно, но тем не менее, мало кого особо интересует. И вот мы продаем, 10-тысячный тираж уже получается, 17-5 лет скоро будет, да, вот этой книги, 10-тысячник у нас еще пока не разошелся. То есть к знаниям немного людей тянутся. С одной стороны, так оно и должно быть, наверное, но с другой стороны, хотелось бы, чтобы таких людей было побольше. Поэтому я очень рассчитываю на то, что и вы в свое время будете какие-то книги рекомендовать и так далее. У нас уже с женой все более-менее хорошо налажено. Книги отправляются и по почте, и можно лично встречаться там, особенно в Петербурге. Я каждый месяц почти бываю и так далее. Я очень рекомендую всем и читать книги самим, и рекомендовать друзьям, родственникам, современникам. Вот. И, соответственно, сплачиваться вокруг знаний. Потому что если мы сможем, действительно, современники, да, ну, вы понимаете, просто так само ничего не сделается. Я вот привел пример, да, вот как вот на юге могут формироваться уже после Украины, да. Но такие же моменты могут происходить и везде. И Сибирь там уже хочет отделяться, и там, и так далее, да. То есть чудес может не случиться, а самое главное, я пришел к выводу, что социальные паразиты, они никогда ничего не делают просто так. Они никогда не будут вот эти колоссальные огромные деньги, которые они уже затратили там, на ту же музыку, там, телевидение и так далее, вот они разложили молодежь. Это не значит, что они так всю жизнь и дальше так же будут. Вот этот продукт, который они сформировали, они, естественно, используют по назначению. Понимаете, заряженное ружье рано или поздно будет стрелять и прочее, прочее. Другой вопрос, что, как вот Николай Викторович часто говорил, что вот такие горячие войны, как сейчас идет вот на Украине, да, там, на Донбассе и так далее, это уже как бы завершающая фаза серьезных магических таких войн, то есть между элитами определенными, да, то есть в основном идет как бы разбор полетов на высоком уровне, а уже дальше решение уже как-то там докатывается, машины существуют, и вот происходит остаточное вот такое явление. Вот основной перелом происходит именно вот в это время. Поэтому что будет происходить в этом году и в последующее, время покажет, но в любом случае, что бы ни происходило, важно осознавать, что нас всех ждет рано или поздно так называемый тот свет, и незнание законов природы не освобождает, как говорится, от ответственности. Очень важно их понимать. И очень важно понимать суть эмоций, суть агрессии, ну и так далее, и так далее. Вот. Мы в часик примерно уложились, я с удовольствием могу ответить на какие-то вопросы, если кого-то интересует. Если хочется еще меня послушать, я могу еще много чего рассказать, потому что книги Николая Викторовича, они настолько интересные, о них я могу разговаривать там сутками, что и происходит часто на выставках. Как правило, с утра до вечера, там, 5 дней отрабатываем. Есть вопросы какие-то ко мне лично или вот по книгам? Подскажите, пожалуйста, книга вот редакцию какого-то прошла, редактирование? Ничего подобного. Насколько отличается от, скажем так, оригинала самого или основы?
ни единой точкой, ни единой запятой от оригинала книга не отличается. Я слышал недавно, мне рассказали, что Дмитрий Байда, админ сайта Левашова, пустил так называемый слух, что наши книги там подверглись редакции и прочее, прочее. Я уже 4 года не смотрел ни одного его выпуска и так далее. Ну, вот у меня есть товарищи, которые могут. Мне, честно, неприятно. Он почему-то ведет такую агрессивную войну с нами. Это про кого? Это админ сайта Николая Левашова, он ему создавал сайт, Дмитрий Байда так называемый. Да? Он живет в Испании там, ну и так далее. Кем он вот. Работал? Он... А? Вот Левашов, он кем работал? Сейчас... Николай Викторович Левашов по образованию физик. Чтобы прожить 50 лет, в какой организации, чем занимался, на какой должности? Сейчас. Или он фрилансер? Фрилансер? Это... Вы такие слова даже вопрос. А второй вопрос, что наука о человеке имеет историю аж от письменности. Есть физиологи, есть медики, есть психологи. Да, с удовольствием отвечу на ваш вопрос. И за это тысячелетие накоплены классические понимания о том, как развиваются эмоции. Где да вы очень рад такому вопросу. Как, вот где эта связующая нить? Вот этой вот, значит, какой-то абстракции. Дело в том, что еще и третий есть. Вот у меня есть книга «Научная йога». Там говорят, что когда вот йогу предложили отделить вот это самое астральное тело и подслушать, что, о чем там говорят в соседней комнате, йог в высших степеней не в состоянии был это сделать. Немцы делали опыты, они, значит... Вы меня запутали, у вас вопрос есть какой-то, или вы будете комментировать один за другим момент? На каких фактах? Ну, позвольте мне ответить. Павлов говорит, перед фактом сними шляпу. Вот у нас есть, среди нас, может быть, нет вот сейчас, но... Давайте я уже отвечу. Медики все и... мне все понятно про вас. Вы, видимо, получили большое... образование академическое какое-то, да, и вы так красиво все сформулировали. Николай Викторович, я вот как вначале говорил, да, вот в автобиографии описал один такой пример. Он же, ну, владел там телекинезом, да, и в Москве в свое время встречался с высокой профессурой, я с некоторыми из них знаком и так далее, так далее. Прежде всего от печки вам закончу. Ни одной запятой нигде ничего не исправлено. Более того, вот эту книгу сам Байда и верстал, да, и она выпущена, как я сказал, в 2012 году, и с тех пор не переиздавалась, и так далее, верстка та же самая. Есть единственный нюанс, я когда проводил презентацию «Неоднородной вселенной», вы знаете, что уже книга «Россия в кривых зеркалах» является экстремистской, Николай Ильич, да, ни в коем случае русским людям нельзя знать историю, ни в коем случае, да. И вот публикации, все статьи, там, кроме одной, налог на недвижимость, она не запрещена, а все остальные 100%. То есть замалчиваем историю России и так далее, все запрещены. И недавно запретили славяно-арийские веды. А Николай Викторович Левашов ссылался на этот источник. И мы издавали «Неоднородную вселенную» сразу, через несколько вот, буквально недель, да, после того, когда признали экстремистской, я обратился к юристам, которые, кстати, вели и дело по славяно-арийским ведам, вместе с издательством «Радович», у нас была специальная передача, выпуск мы освещали. И я спрашивал, вот если у меня вот ссылается на веды, а там буквально несколько абзацев, и то в предисловии, то есть не во всей книге, а только в самом начале, могут ли запретить весь тираж, а мы 5000 экземпляров выпустили. Вот. И мне порекомендовали как бы, ну, скрыть многоточие, потому что неизвестно, как тенденция была бы. Вот, и вот мы год назад издали «Неоднородную вселенную». И там есть вот многоточие, закрыто, и там написано, ну, цитата славяно-арийских вед, запрещена книга. Вот. И то там в предисловии, говорю, немножко, да, я написал, что это решение издательства. Опять же, мы ничего не искажали. Я просто был вынужден вот экстремистскую литературу закрыть. Возможно, это, может быть, мы там... перебдели немножечко, да, возможно. Но, тем не менее, важна сама книга и сам труд Левашова, да. А вот эти вещи, это вынужденная мера и так далее. Вот этот, может быть, момент, единственный, он родился, вот, как бы, что что-то искажено. А так, вообще-то, все книги верстал сам Левашов или Дмитрий Байда. Я ни одной запятой нигде не изменил, не поставил ни иллюстрации, ничего. Тот же самый формат книги. Тот же самый, как бы, вот, ну, страницы. Единственное, что в конце, допустим, есть блок, где вот другие книги автора, да, вот если, может быть,
давным-давно мы ставили «Россия в кривых зеркалах», но она экстремистская, или там «Возможности разума», да, сборная статей. То сейчас мы это устранили, но зато добавили обращение к читателям. В конце, вот последнее обращение к человечеству, там есть его обращение к читателям. Уникальный текст на трех страницах, да. Вот. Поэтому саму книгу, сам блок самой книги ничего не меняет. Да, есть там вот, не в предисловии, а вот где, ну, издание, какого числа и так далее, да, я написал строчку, добавил, помимо того, что было, что благодарим, ну, активных читателей, там, кто-то, ну, на какую-то маленькую копеечку нас поддержал. Но, опять же таки, это же не изменение текста книги, это просто я, как издатель, имею право обозначить, выразить благодарность там кому-то и так далее. Вот, теперь уважаемому образованному джентльмену, на его вопрос, я понимаю, ему важно знать. Николай Викторович Левашов родился в 61 году в городе Кисловодске в Ставропольского края в семье так называемых из бывших, то есть в Эрмитаже висят его некоторые родственники дальние, да, генерал-губернатор и так далее, и так далее. Его род уходит глубоко-глубоко в корня. Иван Грозный его дальний родственник, так назову. Вот. И поэтому в свое время вот по левую руку сидели так называемые думские, и вот Леваш, оно и вырастет, ну, как бы прозвище, выросло потом в фамилию Левашов. По левую руку от царя, допустим, сидел, понимаете? Так вот, вот эти вот качества характера, вот я, познакомившись с родным братом, да, вот с этой семьей, я настолько поразился вот этому качеству, понимаете, вот детализация, въедливость, служить вот как бы истине, вот этот закон и так далее, и так далее. И вот Николай Левашов блестяще окончил школу. И вот когда он учился в школе, он параллельно еще изучал там строение человеческого организма, массу-массу всего. И дальше он поступил в Харьковский государственный университет и по распределению попал на кафедру теоретической радиофизики. То есть образование в России выше, чем вот по физике тогда вот он получил, а Харьковский в то время считался одним из самых лучших вот именно в этом направлении. То есть образование Николай Викторович получил высочайшее. И вот на третьем, на четвертом курсе он уже делал сам своим, скажем, трудом определенные открытия, которые были вот только-только, можно сказать, ну, там, открыл нелинейную оптику. Да, это японцы 4 месяца назад, можно сказать, открыли, а он сам открыл. Понимаете? И он настолько вот отдавался самоотверженно изучению науки, и он искал новые пути и отходы. И в своей книге он описал, что однажды вот ему также задавали вопросы, да, молодой человек, вы кто по образованию, ну, мол, рассуждаете так серьезно, да, вот, типа, не нужно себе вот так вот вести, вы молодой, якобы, это ваше дело, как говорится, молчать, помалкивать в тряпочку. А Николай Викторович не из тех людей, которые будут молчать. Вот, и почитайте вот «Зеркало моей души», автобиография, да, первый том, там очень хорошо этот пример описан. И он спросил, а вы тогда кто будете по образованию? Он говорит, я там доктор там, биологических наук, ну и так далее. И вот Левашов ему, я же педагогическое имею образование, я же не имею образования физическое, да? Я вам рассказываю книгу, как издатель, имею право. Так вот, Николай Викторович поставил вопрос ребром. Вот вы доктор биологических наук, у него беседа была, дискуссия, да? Ответьте мне тогда на такой вопрос. Когда происходит оплодотворение яйцеклетки, да? Одна оплодотворенная яйцеклетка делится на 2, потом идет на 4, да, потом на 8, потом на 16, потом на 32. И получается, что одна и та же клетка с тождественными, ну, качествами, да, и так далее, происходит деление сначала на 2, потом такая же тождественная и так далее. Тогда получается, откуда берутся разные гормоны, секреции, ранностроение, у нас костная ткань, там, секреты и так далее, да, нервная ткань. Так вот, очень образованный человек, вам, наверное, будет очень интересно узнать. Он сказал так, одному Богу известно. Второй был такой же пример, да, что такое электричество. И академические светила сказали, ну как же это, от плюса к минусу, заряженные частицы и так далее. Леша говорит, это неизвестно со школьной программы. А что такое плюс, что такое минус, что такое электрон, почему он движется? Опять же тот же самый ответ был, одному Богу известно. В этих книгах Николай Левашов объяснил, вы знаете о том, что есть объяснение для детского сада гравитации, да, что якобы большое притягивает маленькое. Да? В интернете посмотрите, пожалуйста, насчет гравитации. Дедушка берет штангу, раскручивает блины, ну штанга там 30 килограмм примерно, и одной рукой ее поднимает, когда блины вращаются. Куда вес делся?
обратите внимание. Поэтому, если вы хотите просто вот высказать свою позицию, это одно. А если вы хотите докопаться до истины, это другое. Я в начале презентации сказал, что Николай Левашов на своем пути эволюционного развития, там, изучая науку и так далее, пришел к выводу, что наука во всем нашем обществе, на всей нашей планете, и в Европе, и за границей, в Америке, и в России, признана не делать открытия в науке, а наоборот сдерживать развитие науки, чтобы, не дай бог, не получилось. И получается, что наука стала в один и тот же ряд, как вот с религией, там, с министерствами, с другими институтами власти, понимаете? И получается очень интересный момент, если вы вот имеете отношение к науке, задумайтесь, пожалуйста, я вам рекомендую, задумайтесь. Получается, если раньше религия сдерживала развитие науки и сжигала, да, Святая Инквизиция за знания, да, вы знаете, за одно признание, что планета круглая, людей сжигали, да, и вообще там миллионами людей сжигали в то время, если изучать, да, то сегодня, получается, наука является той же самой Инквизицией. Парадокс, понимаете? Есть такая книга «Неоднородная Вселенная». Левашов объяснил, что такое электричество, откуда все берется и так далее и тому подобное. Разъяснил все вопросы. И поверьте, за вот, ну, с 9-го года я занимаюсь изданием книг, и я был на сотнях различных мероприятий, и в Москве, и так далее, и много где был. Я общался с такими образованными, серьезными людьми, будьте здоровы, и так далее. Если вы не хотите говорить... Все, мы с вами закончили разговор, я больше не буду с вами общаться, потому что я вам постарался максимально ответить, а дискуссию мы с вами после презентации будем тогда, если вам очень интересно. У вас есть еще какие-то вопросы у других людей? Почему книгу нельзя полистать? Почему нельзя? Можно, берете, вот так распечатать. Я везде искала, чтобы посмотреть. Ну вот, пожалуйста, вот я вам взял, осмелился и распечатал. Мы все книги упаковываем в экземплярную упаковку. На мой взгляд, это важно. А еще ко многим прикладываем еще диск в аудиоверсии книги, да? Ну, потому что есть подростки, которые ленится читать, и я, честно говоря, сам, когда еду вот в машине, и мы вот озвучили откровения, там, зеркало, второй том публикации, полную версию первого тома озвучили, поэтому иллюстрации все, пожалуйста, вот, смотрите, это вот штрих-код из буквоеда. На мой взгляд, по экземплярной упаковке книга, она всегда интереснее. Человек открывает новую книгу, и она первый раз у него в руках. Да? Это, на мой взгляд, хорошо. Больше вопросов нет? А новые какие-нибудь книги? Ну, Николая Викторовича уже нет живых, вы знаете. Да, поэтому новых книг... А источник 3, очень дорогая книга в издании. Мы сейчас аккумулируем там возможности, чтобы издать «Зеркало моей души», переиздать второй том. А насколько мне известно, вот этот украинский отряд, они издали на Украине несколько, ну, они делают это все как бы, ну, маленькими партиями, там по 100 книг, по 200, вот как-то так. И якобы у них есть. Она стоит приличных денег, там от 1,5 до 2 тысяч, говорят, можно на рынке купить, можно даже дороже. Вот. Наша книга «Источник жизни», том 2, вот здесь продается 700 рублей, там с какой-то копеечкой, да? Вот. И я хочу также обозначить, я буду стараться в мае провести презентацию, наверняка же здесь же, и мы будем разбирать «Источник жизни». Потому что, на мой взгляд, эта книга недооценена вот в таком вот публичном, публичной сфере. Она содержит колоссальное количество знаний. Я все больше и больше вот сейчас обращаю внимание, особенно после этим суда с Мегре, вот, ну, с гидрозвонами и так далее, что планета – это разумное существо, мать, колыбель, нас нянчит и так далее. Ничего подобного. Николай Левашов объяснил, это просто материя, которая не мыслит, не рассуждает и живет по своим законам. А человек обладает разумом и так далее, и так далее. Да? И вот, когда все ставится по своим местам, вот это вот интересно. Вот, я очень признателен всем, кто пришел сегодня, потому что это приятно все-таки, ну, когда, если было 3 человека, здесь полный зал, это приятно. Я как издатель имею полное право подписывать от издателя, если кто, ну, коллекционирует такие книги, пожалуйста. Вообще 7 книг основных, ну и плюс еще вот «Источник жизни» — это статьи, да? Я их могу даже перечислить. Первый, второй том «Зеркало», «Светланина откровение», «Россия в крыльях зеркала» — первый, второй том, она уже признана экстремистской. «Последнее обращение», «Сущности разум», «Неоднородная вселенная», «Сказ о ясном соколе». Вот. Это сборник статей «Запрещена книга». А вы с Украины, да, лицо? Я? Да, знаю.
А мы как раз там с вами и общались, да? Я попыталась посмотреть его лекции в интернете, там очень плохое качество. Есть где плохое качество? Левашов. Инфо это основной сайт, а сейчас Николай-Левашов.ру. Максимальное качество HD можно скачивать. А, все отлично. Может быть, есть плохое качество на Ютубе и так далее, да? Ну да. Не-не, в полном качестве. Особенно вот я просто несколько раз рассказывал, что в 2006 году Николай Викторович вернулся из Сан-Франциско, и там качество, конечно, вот на эту маленькую кассету, да? Да. А вот уже потом камеру, такую же я приобрели себе камеру, как и Николай Викторович снимает. Качество очень хорошее. А вы с РНТО взаимодействуете? Ну, я с ними знаком, ну как я могу с ними взаимодействовать? Они продают оздоровительные приборы, я издаю книги. Мы никак не пересекаемся. Вот здесь вот вопрос просто последовал, да? Давай. По поводу того, как, собственно говоря, разные течения науки, психология, философия, физика, математика и так далее, как это все объединяется в одной книжке? Так вот, значит, в этой книжке, да, приведены, значит, фундаментальные основы. Так, мы уже тогда здесь выключим запись.